Олимпийская, 43. Жители жалуются, после дождя по двору хоть в болотных сапогах ходи, дороги нормальной нет. А вот машин в избытке, причем паркуются автомобилисты прямо на газонах, которые в меру возможностей благоустраивают местные бабушки. Через наш двор ездят машины, все машины. Транспорт стоит, нам вообще не... Иногда даже негде пройти. Все заставлено. Внутриквартальные дороги требуют внимания и на Алма-Атинской, которую отремонтировали. А вот заезды во дворы все еще с ухабами. Дороги и парковки – одна из основных тем на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором в микрорайоне Металлург-3. И дороги нужно привести не просто так вот, чтобы их погладить, почистить, а хотелось бы, чтобы было продумано либо делать какие-то карманы, либо чуть расширить дороги. По новому закону о местном самоуправлении районы Самары вскоре смогут сами решать вопросы благоустройства. В каждом будет собственный бюджет. Определять, какие именно дороги нужно ремонтировать в первую очередь, власти будут вместе с жителями на основе тех предложений, которые звучат на общественных слушаниях. Связующее звено между жителями и властью – общественные советы микрорайонов, которые активно включились в работу с первых дней создания. За тот период короткий, пока мы работаем, вопросы, которые проявились у нас в поселке, это в первую очередь, конечно, благоустройство, это чистота дворов, состояние тротуаров, о дорогах мы много говорим, несанкционированные парковки и точки разлива спиртных напитков и продажи. Во всех наших начинаниях, которые будут, мы просьбу вам не быть в стороне, поддерживать нас. Общественный совет «Металлурга-3» регулярно встречается с жителями во дворах. Там тоже собирают предложения. И, конечно, в приоритетах дальнейшей работы будут все инициативы и просьбы горожан, озвученные на встречах проекта на связи с губернатором, или же оставленные в специальных анкетах. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.